It's a lynch tape. Добрый день, дорогие друзья и зрители этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Некоторые из вас волновались, куда делась Надя. Я никуда не делась, я здесь. Просто Юля пытается охватить несколько сфер, приглашать нескольких специалистов, чтобы у вас было побольше информации. И вот я вернулась снова. Ура! С вами. Ура! Сегодня мы в районе, который мы еще не охватывали. Для нас это будет новый район, но сам по себе он не новый. Это достаточно старый район Орландо. Город называется Лонгвуд. Находится в 20 минутах езды от центра Орландо, от даунтауна, на север. 20 минут езды на север. Дома здесь, постройки где-то 50-х, 60-х и 70-х годов. То есть это достаточно очень старый район, уже с развитой инфраструктурой. Здесь новых комьюнити строится, может быть, где-то, но немного. Это не то, что какие-то районы, где реально очень много сейчас идет нового строительства. Например, этот дом, который мы сегодня, у нас появилась возможность его посмотреть. Он был построен на месте старой постройки, которая была снесена. Застройщик тот же самый, это Dakota Construction Group, это тот же самый застройщик, как в одном из наших предыдущих видео. Если вы посмотрите, дом за 860 тысяч, который купил мой клиент, который был построен в Орландо. Тот же самый застройщик с такими же интересными дизайнерскими проектами, маленькими моментами, такими дизайнерскими штучками. Очень-очень красивый проект, очень шикарно сделано, исполнено. И этот застройщик, он не массовый застройщик, как я уже ранее говорила. Этот застройщик, он строит индивидуальные проекты, которые практически не повторяются. Я думаю, надеюсь, что они вообще не повторяются. Как он мне объяснял. И этот дом находится с выходом на озеро. Мы все это посмотрим на заднем дворе. А сейчас, до того, как мы зайдем в дом, давайте быстренько пройдем по цифрам. Цена за этот дом 1 099 000. Угу. 5 спален, 5 полных ванных. Дом построен в 2020 году. 3404 квадратных фит, что есть 316 квадратных метров, и нет HOA. Замечательно. Этого застройщика он всегда строит там, где нет HOA. Это очень классно. То есть он покупает землю в районах без HOA. Налог у нас здесь показан 2651, это старый налог. Да. Я не могу сказать, сколько будет точно налог в 2021 году, потому что это новая конструкция, больше площадь, то есть налог, конечно, изменится. Ну, около, возможно, 15 тысяч в год примерно. Я думаю, подороже. В районе 18. Нет, должно быть меньше, 3,5 квадратных. Я не знаю, наверное, 13 за дом за 1 012 000 13, возможно, может быть 15. Ага. Но я не налоговик, честно говоря. Ну, то есть это, приблизительно, это аккаунте, хотя бы, да, но это, ага, он будет намного больше. 2600 это налог старого дома. Ага. который изменится. Школы, да. Школы здесь — это Seminole County District School. Это хорошие школы. По нашей системе MLS оценка школ происходит не от 10 и ниже, да, а происходит от A, потом B, потом C и так далее. То есть я посмотрела оценку школы, элементари здесь A, то есть хорошая. Лучшая. Лучшая. Middle и high school B, то есть тоже нормальные. Хорошо, да. Хорошие. Хорошо. Ну, давайте пройдем в это произведение искусства. Так что у нас тут при входе, да? У него во всех проектах он сразу ставит видеозвонок, doorbell.
Да, хорошая вещь. Угу. Пойдите. Так, красота какая. Что мы сразу видим? Высокие потолки. Сразу видим вот этот высокий потолок. Покажи, пожалуйста, с необыкновенной люстрой. Ой, я так высоко не могу. Очень высокий. Это на второй этаж. Лестница. Можем посмотреть, кто дверь стучит. Окошко. Ку-ку. Заходите. Здесь стекло. Вот так вот закрывается. Все. Замечательно. Так, на второй этаж мы пройдем попозже. Что у нас здесь? Здесь винный барчик. Можно делать, да? Можно сделать, да. Такая вот интересная железная конструкция. Вот опять-таки, если вы помните, для декора. Видео, это наш болгарин кузнец. Ага. А, он кует. Вот, да, кует. Он не может не куя. Да, он кует. Молодец какой. Хорошо кует. И разные дизайны везде, то есть он не повторяется. Угу. Это лестница. Здесь лестница закрытая, но видите, зато он сделал такую решеточку. Для винной комнатки. Для винной комнаты, да. Отлично. Так. Вот просторная гостиная просторная. Угу. Так, какой здесь большой вентилятор на потолке. Красивый. Заработать так сдуть мужа с дивана. Да, такой конкретный. Это такой диванчик большой вмещается. Вот здесь вот у нас должен быть телевизор. Предполагается. А мебель здесь это стейджинг. Стейджинг. Это арендованная мебель. Да, мы уже рассказывали, да, что такое стейджинг. Да. Угу. Так, что мы видим здесь? Кухня очень хорошая такая. Обратите внимание, большая. Опять-таки, видите, шкафы, они идут просто до потолка с таким молдингом. Это сразу прибавляет ценность и красоту, да? Да. Мне так больше нравится. Получается такое чувство стильнее. Какой-то достроенности. Mm-hmm, да. Завершенное такое чувство. Да-да-да. Особенно, когда высокие потолки, mm-hmm. красиво так смотрится. Монументально. Некоторые говорили, как туда достать. На самом деле, на верхней полке просто можно поставить то, что не используешь. Часто, верхней, да. А таких вещей на самом деле у каждого очень конечно. Много. Какой-то сервиз от бабушки. Да, конечно. Это так, в принципе, и полки, они двигаются, можно их даже опустить, потому что если тарелки там здесь будут стоять вот до этого уровня, можно всегда полочки опустить, спокойно доставать до... И здесь доводчики, что хорошо, правильно? Да, доводчики закрываются. Все, это тоже замечательно, все само доходит. Так, вытяжка тоже от болгарина. Похоже на тот же дом. Да. Там такая же вытяжка, очень-очень... Мы ссылку вам дадим. На тот дом предыдущий, который делал этот же застройщик. Очень-очень интересная ковка получилась, мне очень нравится. Угу. И подсветка такая синяя, очень интересно, да? Такое решение. Да, тоже есть подсветка, она идет. Угу. А на самом деле я вижу, что на видео она немножко мерцает, но в реальности она не мерцает. Это просто мерцает, такой эффект. На видео немножко есть. Так. Что у нас? Да, бытовая техника то же самое, это GE кафе. Угу. То есть здесь газ. Здесь газ. В лучших домах всегда газ, а не электричество, в отличие от России. Газу очень шикарно готовится, поверьте мне, лучше, чем электрический. То же самое. Соглашусь. Посудомойка тоже, GE кафе. Так, что у нас? Вот смотрите. Да, сейчас дойдем до холодильника. Здесь у нас для мусорных ведер. Все с доводчиками. Вот он, холодильник, который варит кофе. Вот второй раз сталкиваемся с такой. Но это, опять же, тот же застройщик. Этот где-то холодильник берет, да? Похоже бытовую технику. Вот. Так, вот называется техника, называется фирма «Кафе». Легко запомнить. Девочка, покажи вот это. Да, это вообще отдельное произведение искусства. Столешница. Очень красивые выделки. Мама, скажи что-нибудь по этому поводу. Каменщик, скажи нам по этому. Как каменщик каменщику. Опять-таки, он чувствуется, как будто это кожаная сумка. Вот обратите внимание. Он не гладкий, не отполированный, но он завершенный. То есть здесь не нужно бояться, что какая-то еда попадет или еще что-то. Он
Он защитным слоем. Он гладкий, да. Но в то же время он такой неоднородный, да? Он как мы, бы... Мы решили, что поверхность выглядит как сумка из страуса. Сумка из страуса или крокодила? Слушайте, да? Но крокодил более ершистый. Нет, страус. Страус? Я как страусовед. Реально интересно, реальное такое исполнение. Как будто кожаное изделие. И на... И чувствуется на ощупь также. Да. Давайте я попробую это заснять. Необычная. Может быть, вы увидите структуру, а может быть, я и нет. Я вижу только да. у застройщика такого вида поверхности. Мы тоже только в первый раз, да, вот в том доме, который продали, да? Я посмотрела очень много домов, в основном это гладко отполированная, вот как вот здесь. Вот как вот здесь. Вот здесь вот она гладкая, а вот здесь... О, вот так я сейчас покажу, и, может быть, вы увидите. Она такая немножечко... Брошированная, да, хорошее слово, наверное. Вот, вот так видно. Классно. Ага. Так, что ну, тут еще интересного? Дайнинг-рум. Дайнинг. Так, смотрим. Вот она, дайнинг-рум. Такая хорошая. Здесь у нас еще не закончили пентри. Пентри. Пойдем смотреть. То есть мебель здесь не входит, еще мебель раз. Мебель не входит, да. Да, она просто для красоты, чтобы вы знали, что где можно расположить, как это все выглядит, будет с мебелью. Так гораздо приятнее на самом деле. И вы тоже любите смотреть, я заметила, дома именно с мебелью. Они, да, обставленные. И вообще приятнее. Что это такое? Это постирочная. А, да, вот здесь, то есть они машинки не предоставляют, да, обычно не предоставляют? Обычно застройщики они не предоставляют. Ну, в общем, это laundry room. Давайте посмотрим. Хорошая такая. На. Машины. Вау. Ой, как хорошо. Смотрите. На три машины, какой здоровый гараж. Вообще, здесь что только не сделаешь. Да. Я, наверное, такой большой гараж не помню, где видела это вообще. Очень большой. Здесь вообще можно лодку даже поставить. Угу. Достаточно места будет. Да, отлично. То есть здесь... здесь может пригодиться, потому что здесь, вот, здесь выход на озеро. Да-да-да, кстати, для лодки возможно. Правильно, правильно. А что там, что там? Кондиционер. Здесь центральное кондиционирование, как и везде. Здесь, наверное, два таких, да, кондиционера, как минимум. Честно говоря, я точно не знаю, но да. Но, скорее всего, он такой на большой дом, этаже, да? На втором этаже. А, окей. Хорошо. Там такой интересный гранит. Да? Я такого еще не видела. Давайте посмотрим. Ну, именно кусок с красивым рисунком. Вот здесь вот. Это гостевая, что ли, что-то такое. Смотри, какой интересный. Да, слушайте. Да, рисунок интересный. Да. Наполовину черный, наполовину серый. Да, очень классно. Это гостевой санузел и гостевая спальня. Красиво. Так, вот гостевая спальня. Так, двери здесь высокие, обратите внимание. Нестандартные. Ну, конечно, такой... В доме еще бы. Так, светленько все. Мне нравится, что сейчас все в светлых тонах вообще, да? А что у нас на полу, давайте скажем? Дерево. Здесь дерево, да. Здесь уже не винил, ничего такого. Да, потому да, что хорошее дерево. Дома. Так, здесь выход, да? Но мы потом да, выйдем. Выход. На улицу, да? На бэк-ярд. Да. Ладно. Похоже, туда попадем. Давайте. Хорошо. Какую лампу, интересно, посмотрим. Ага. Гнездышки. Футуризм. Мне такой стиль нравится. Он, с одной стороны, современный, а с другой стороны, он уютный. Он не такой, знаете да. ли, минимализм, минималистичный, который неуютный. Ну, в общем, это дело вкуса, но вот это вот то, что нравится мне. Здесь идем еще дальше. Одна спальня, но они сделали стейджинг как офис. Поставили столик для офиса. Офис. Хорошо, хороший так офис. Так как есть гардеробная, это считается еще одной спальней.
Так, и здесь же, получается, тоже можно выйти на бэк-ярд с офиса. Хороший вид у офиса. А давайте посмотрим, что у нас тут. О, такая кладовочка хорошая. Ну, тут вы сами уже можете сделать, что хотите. Или полочки поставить, или гардеробную сделать. Далее идем. Это еще полная ванная. Угу. Тут гостевая. Тоже, смотрите, гранит. Я думаю, это было. Ой, как интересно. И гранит какой красивый. Похож на то, угу. Только немножко рисунок, видишь? Ну да, это же естественный рисунок, поэтому он такой разный. Классно, мне нравится. И камешки нравятся тоже, да, необычно. Посмотрите, как красиво. Так, здесь вот тоже с этими камешками полочка сделана для шампуней разных. И выход нету выхода здесь, просто окошко на соседей, пожалуйста. О-о-о-о, смотрите, какая классная примочка, да? Мы ее тоже видели у этого же застройщика, да? Мама, встань. Да. Ну-ка, иди встань. Это было в одной из гардеробных. Когда одеваешься или раздеваешься, по желанию. Так, здесь у нас гардеробная комната, да? Это мастер. Ага, мастер. И еще, погодите, еще одна гардеробная. Да, мужская, женская. Так, далее проходим в саму мастер-бедрум. А по-русски это хозяйская спальня. Большая. Смотрите, тут же... Такие дверки мы опять же видели у этого застройщика, да, только. Да. И кованые ручки. Угу. Опять же, болгарин, спасибо. Ну, короче, они спились, я так поняла. Хорошо. И посмотрите, тоже хороший вид из окна. Это даже не окно, это, можно сказать, балконная дверь. Да. Там по желанию можно построить бассейн. Мы позже выйдем, покажем вам. Так, что тут у нас? Да. Заходите. В хозяйской ванной комнате. Так, смотрим. А куда вы зашли? Алло. Прием. Проходите. Красиво. Так, здесь, значит, душевая. Здесь у нас... Такая ванная. Так, ну-ка дайте пощупать. Акрил. Вот опять же вид на соседей. Но это все закрывается. Соседи видно вас. Ага, и да. Или так, как хотите. Плиточка интересная. Очень тоже в первый раз вижу. Прикольная такая. Как тертый джинс. Ага. Так. И на полах тоже плитка интересная. Да вообще. Зеркала. Смотри. Розетка. Панелька, да. Тоже да. Зеркальную сделали панель. Угу. И это тоже, обратите, обработка такая же. Угу. Обратите как внимание. Можно. Так, вот сейчас покажу. Вот так вот, может быть, будет видно. Может быть и нет. Ну, в общем, очень красиво. И зеркала до потолка. Так. Здесь полочки. Так, полочки, ну да. Полотенце. Угу, все правильно. Это вытяжка, кондиционер. Так, что тут у нас еще? Туалет отдельно закрывается, что всегда замечательно. Вид тоже есть. Окошко такое для воздуха. В общем, здесь две раковины. Идемте дальше. На второй этаж уже мы первый посмотрели, и потом, наверное, мы выйдем во двор. Вот дома от этого застройщика, кажется, что он на себя строил. Да, да, такое впечатление, как будто человек просто строил. Мы же так много разных домов видели. Есть такие обычные, абсолютно стандартные, а вот эти вот. Вот, опять же, смотрите, перила. Спасибо, Болгарина. О, красиво. Очень красивое исполнение. Молдинги тоже, наверное, в первый раз здесь вижу. А, вот в том же доме только видели. Лампа какая красивая. А, кстати, что касается иллюминации,
Она остается, вот такая, да, лампочка, конечно, остается, да? Красивая. Все люстры остаются. Ага, что это такое? Это бонусная комната. Хорошая. Можно сделать как вторую. Покажем вам ее. Да. Ага, и хорошая здесь такая. Иногда детей можно наверх, чтобы не мешали смотреть, угу, новости. Приятная. Угу. Телевизор фейковый. Так, сейчас мы пройдем на балкон. Там вид-то какой шикарный. Можно открыть? Можно. Можно? Ой. Лепота. Ух ты, это просто нереально. Класс. Смотрите, какая большая парковка. Да, вот ага. Да, какой заборчик на балконе. Да, просто супер. Есть, здесь есть это как это, солнечное, вот это что, как это? То есть загорать здесь можно. Угу. Называется санрум, наверное. Да, что-то типа. Солнечная баня. Ой, посмотрите, как классно. Вообще замечательно. Вот у соседей лодочка. Они ее спускают, и вот по этому каналу на озеро, да. Ой, классный вид. Новый владелец этого дома тоже может поставить пирс. Угу. Лодочку. Катамаран. Да что хотите, может поставить за денежки дополнительные. Красивый вид, практически на деревья, но там замок, посмотри, какой. Напротив. Слушайте, да. Замок вообще большой. Гарибальди практически, как у нас в Тольятти. Красивый балкон с красивым видом. Угу. Ковер постелили. Загорать можно? Посмотрите, как она. Да, красивая. Тоже плитка, ковер. Я сначала подумала, что это ковер лежит. Это плитка. Кстати, как здесь называется эта крыша? Тоже крыша такая симпатичная. Черепичная. Это такие блоки. Обратите внимание. Глиняные, как будто бы. Но это не точно. Да, красивый вид. А здесь вот можно посидеть. Опять же таки, винца попить. С друзьями. Проходим дальше. В этом доме две хозяйские спальни размером. То есть это тоже считается как вторая мастер-бедрум. Класс. Здесь с таким видом. Я даже не знаю, какую бы я выбрала. Да, на первом этаже или на этом. Посмотрите, какой вид. Да, здесь классный вид. Лежишь на кровати. Это интересно. Здесь поменьше, гардеробная одна только. И ванная комната сама поменьше. Ну да. Ну ничего. Да, вид шикарный. Итак, вы знаете, везде все по-своему. Вот здесь посмотрите, какая классная столешница. Я такую не видела ни разу, да? Интересно. Вот вообще ни разу не видела. Откуда они достают? Практически ничего не повторяется. Да. Обратите внимание. Тоже не видела. Да? Это вообще что за камень, даже не понятно. Это, наверное, не гранит, а что-то другое. Класс, мне очень нравится. И тут вот все под стиль подобрано. Не гранит, нигде не повторяется. Кроме ванных на первом этаже. Все по-разному. Вообще все. Каждая ванная комната в своем стиле, да, в своих каких-то материалах. Мозаика. Не повторяющихся. Так, дальше пройдем. Ну, вот опять-таки здесь выход на балкон. С этой спальни. С видом на озеро. Трюмо такое, обратите внимание. Это вот их фишка. Я больше нигде такого не видела. Да? Ну, классно. Очень удобно, конечно. Гардеробная. Да. Так, куда дальше идем? Дальше туда, туда, налево. Направо. Кому налево, кому направо. Я думаю, что мы закончили здесь все. То есть на втором этаже получается две спальни. Так. А, вот здесь еще проходим. Да. Да, заблудились в трех соснах.
О, йога-комната. Смотрите. Ну, это тоже спальня. Ну, да, да. Потому что вот, обратите внимание, здесь вот можно будет сделать полочки. Полочки. Так, и что? И еще одна. Угу. Классно. Тоже в таком же стиле. Интересно, вот тебе, да, тебе на ощупь надо. Телескоп или как это называется? Перископ. Я, пожалуй, требую пониже окошко. Итак, выходим на балкон. Тут, тут да, тоже просторно, очень просторно. Есть в душе где разгуляться. Даже можно и нужно, как будто бы так и просится сделать бассейн. Да. Прям очень просится, потому что, в принципе, вид красивый. Ну, единственное, если бы не было забора, было бы гораздо лучше. Ну, можно посадить здесь живую изгородь. Но я бы... Его вообще будет не видно. Да, я бы посадила. Вон уж там чего уж там. Какие-то зачатки, да, стоят. Ага. Да. Вообще домики вокруг симпатичные. А это вообще, смотрите, да, замок за деревьями какой. Так, давайте с этой стороны посмотрим, как выглядит дом. Кто там? Да, гусь. Гусь. А-ха-ха, вот зачем? Да, зачем? А я подумала, настоящий. А он не настоящий. Здесь как раз по этому каналу. Ага. Кувшинки, кувшинки. И вот он заканчивается. Угу. Бамбуковые заросли. Живописно, живописно. Ну, давайте немножечко заглянем к соседям. Как же без этого? Там домик, кстати, попроще, что и говорить. Но вид у них вообще супер шикарный. Вот. Надеюсь, нас за это не съедят. За то, что мы так снимаем на частной территории. Ну, вот у них просто газон. Теоретически тоже можно было бы бассейн сделать. Вот там у них тоже, видите, пирс и лодочка. В общем, такие дела. Такая красота. Этот дом соседский был построен в 55-м году. Вау, ничего я себе. Даже, мне просто интересно. Mm-hmm. А сколько он стоит, не знаешь? Не? Ну, дорого, но из-за не, земли, не, да? Не продаётся. Именно я из-за земли. Думаю, что он, да, из-за земли. Он. Mm-hmm. Примерно так же, как и этот стоит. Я думаю, больше. Да. Больше? С учетом, что он маленький. Вот посмотрите, как дом выглядит со стороны бэк-ярда. О, вот еще такая получается беседочка. Но мы тоже, по-моему, выходили оттуда. Нет. А почему мы не видели? А что? А, не, вот дверь. Все, нормально. Да, гостевая, да. Да-да-да, для гостей выход отдельный, представляешь? Ага. Всех позаботились. Да. Смотрите, здесь тоже уже все предусмотрено под летнюю кухню. Угу. И газ проведен, и вода, вытяжка для барбекю. То есть вот эта стена уже готова для барбекю. Поставить, да, не нужно ломать стены, угу, чтобы проводить газ или воду. Уже здесь все есть. Отлично. Естественно, многих
интересует вопрос, как такой дом можно купить. То есть финансирование, наличка. Наличка всегда приветствуется. По поводу финансирования, этот дом за миллион. За миллион есть несколько видов, по которым можно сделать финансирование. Опять-таки, я не профессионал в области финансирования, на это существуют моргач-брокеры. У меня есть очень хорошие контакты, и вам смогут рассказать уже подробно под каждый индивидуальный случай. Вот, в общем, финансирование этого дома есть несколько выборов. Обыкновенный кредит сейчас максимум 548 тысяч. Mm-hmm. Этот дом стоит выше миллиона. То есть есть такой выход. Это взять два кредита. Либо down payment. Conventional. Да, два кредита. Или down payment сделать, разница между стоимостью дома и максимальной суммой кредита. Conventional. Потом есть еще такой вид кредита, он называется non-conforming loans. Я не смогу перевести его по-русски, но вот он так называется. То есть этот вид кредита дается до 1500 долларов, до 1,5 миллиона долларов, sorry. И при этом виде финансирования не нужно представлять tax return, то есть возврат по налогам. Но процент будет дороже, это будет около 5%. И его дают действительно до 1,5 миллиона. Но потом же можно перефинансировать. Можно всегда будет перефинансировать. Также, опять-таки, 5% это не факт. Это в зависимости от того, какую сумму даунпеймента вы будете делать. Да. То есть, естественно, процент меняется в зависимости от первоначального взноса. И также, естественно, никто не отменял программу для иностранцев Foreign National. Тоже можно взять кредит для иностранцев, я по нему уже много говорила, но лучше, чем я, вам расскажет, опять-таки, профессионал по кредитам. Если у вас будут вопросы по финансированию, пожалуйста, обращайтесь к Юле, мы вам дадим контакты, координаты очень хороших профессиональных моргач-брокеров. И еще вариант есть Jumbo Loan называется, это вид финансирования на суммы свыше conventional loan, то есть свыше 548 там, и дальше 800, 900, миллион и дальше. Но сейчас у лендеров очень-очень серьезный подход к такому виду кредита и очень много квалификаций, очень много критерий для квалифицирования, для квалификаций. Бывает. Для вашего квалифицирования под этот... Надо выпить. Слушай, уже столько наболталось с утра. Язык заплетается. В общем, да, то есть очень много критерий, чтобы вы смогли получить такой лон, поэтому, скорее всего, люди выбирают или double conventional, или not comforting, или просто наличкой оплачивать. Короче, проще, если да? У вас есть миллион. Точно. Да, ну, естественно, как бы это программу можно посмотреть индивидуально, в зависимости, показывали вы налоги, сколько у вас налогов было за последние 2 года, или вы их скрывали, не показывали. То есть под это как бы уже моргач-брокер смотрит индивидуально под каждого человека, смотря какой у вас down payment будет, то ли у вас 15%, то ли вы можете 30% down payment, то ли 50%, тоже, зависеть, да? 50%, да. То есть от этого всего будет зависеть, естественно, процентная ставка. Так что мы не можем, к сожалению, сказать, сколько бы вы платили в месяц за этот дом. Не можем, ну, просто это нереально. Реально это будет в зависимости от того, какой очень кредит будет зависеть. Кредит будет выбран. Очень грустная нота. Ну, на этой радостной ноте. На этой радостной ноте мы попрощаемся с вами. Спасибо большое, что вы смотрите наш канал. Если у вас будут вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к Юле. Мы с удовольствием ответим на любые ваши вопросы. Если у вас пожелания какие-то есть, мы пытаемся показать вам все, что вы желаете. И не желаете. Не желаете, да. Но
Я, честно говоря, не могла не удержаться показать этот проект, потому что это действительно индивидуальный проект. Если кому-то интересен этот застройщик, я могу координаты ему дать. Он, возможно, вы можете купить землю, он вам построит дом. Если, кстати, вы хотите, да. Да, такой индивидуальный проект, то, пожалуйста, очень хороший застройщик. Я смотрю на его проекты, и он реально делает как будто для себя. И очень качественно сделано. Очень вы качественно, знаете, мы же во многих домах бываем и видим, когда люди, некоторые застройщики халтурят. Да, здесь... И делают все, как, знаете, тяп-ляп, горячие пирожки, сделал и продал, такого очень много, большинство. Да. А это такое все custom-made, все индивидуально, чем нам это и нравится. И вам тоже интересно смотреть, видите, какие всякие новинки, которые мы только здесь и не можем найти, да? А у простых застройщиков не можем. И опять же на этой радостной ноте мы заканчиваем наш репортаж. Пока. Пока-пока.